знати отець Юстину. Познайомимося нарешті. А ти як? Тебе як звати? Як? Данило. Данило, а тебе? Паша. Павло? Сі. Да. Сі. А ти вже в Італії скільки років? Два місяці. І ти вже сі навчився, так? Більше, ніж тільки сі. Так. А то в Італії є, так? Добре, ну вітаю себе. Мы сначала просто расписались, ребенок родился, он же у меня служил все время, и за свидетельство о рождении дали, и ребенка зафиксировали, и нас расписали. 14 дней мы объехали всю Европу. Почему мы приехали сюда? Для того, чтобы быть все вместе и чтобы идти до конца. Вот. Поэтому мы надеемся на то, что мы будем живы, и дай бог закончится все. Сейчас, после вот этой войны, мне муж говорил, что, ну, может, подумаешь или еще что-то. Он говорит, это ж один раз и на всю жизнь, и хотел, чтобы вот так было красиво. Мы даже, конечно, и не думали, что так получится, ну вот. Благословенный Бог наш завжди, ныне по всех час, и на веки веки. Аминь. Святого Духа, рівного воїнства, просто рівного. П'ять раз збиралися. Намагалися, але сьогодні ми дошли, це зробили. Так. Коли зустрів свою жінку, ну, тоді вже були у мене такі от почуття, в яких, ну, от до цього дня. Так. Три місяці не бачу їх. Мы выезжали, у нас три семьи было, ну, как бы, наши родители остались там, и мои, и его родители. Не захотели, ну, как, не думали, что, думали, как в 14 году будет, и не думали, что до такого. Дом наш сгорел, остались только стены, и то, какие стены там. Сейчас они под открытым небом живут. Я приехала для того, чтобы, во-первых, ну, мы уже устали бегать, и уже здесь и муж. Муж, конечно, волновался, что мы приедем, ну... Мой сын сказал младший, ну и что, что обстрелы, ну и что, что тревоги, лишь бы с папой. Сейчас будем пробовать везти родителей сюда, и что будем дальше. Потому что, ну, идет зима, жить негде. Все было, и работа была, и дом был, все было. А сейчас нет ничего, кроме родителей там, и семьи здесь моей. Це важко взагалі уявити, що таке взагалі мало. У мене на даний час мрія одна – перемога. Потім все вже буде.